которая имеет прямое отношение к блюзу, к свингу. Вон там вот у нас кабинет есть, спрашиваю, да, что такое. Что такое свинка вообще? Свинка — это, в принципе, хихига, да. Я говорю, раскачка бывает в музыке. Да каким образом? Здесь раз-два-три, раз-два-три. Вот в этом все дело. Раз-два-три, раз-два-три. И акцентировать нужно как раз вот эту очень трудную третью долю. Как раз первую и вторую можно совершенно исключать, это не важно. Ее играет басист какой-нибудь там, вот ровно в долю. У нас раз-два-три, 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 раз-два-три. И нужно эту три ловить. Сейчас соль.